Как он там? Да, вот. Как коронавирус? Откуда? Это, я не знаю, скорее всего, от рыбы. Потому что в рыбе идет скопление всякого, она со дна все латает, все подряд. И вот это где-то нашло, рыбак поймал и пошло-поехало. Это где, в Китае? Ну, а где? Ухани. Ухани только, не знаю. Я думал, там все чище. У нас Азовская. Столько заводов, столько всего тяжелого. И то никакого ни вируса, ничего нема. Ну, так сказать. А там вроде бы Китай, вроде бы и богатый. И юань уже, доллар догоняет. А больные перекрыли, закрыли. Я не знаю, что они думают. Чтобы не болеть от этих всех рыбьих этих, ну, скорее всего, от рыбы. Кушайте хрен с аджикой и не будете болеть. А рыбий жир? А, ну и рыбий жир, вот тут это самое путевое. Так а если в рыбьем жире вот эта вот болезнь будет? Не, в рыбьем жире не будет. Рыбий жир, он полощет, он все как блокирует. Понятно. Он человеку помогает. Анекдот какой-то можно? Анекдот, ну если тот только, ну анекдот, может еще и второй под настроение, если появится. В роддом приняли мясника, ну тут роженица. Он дайте, дайте, дайте я все сделаю. Ему, ты же слышишь, говорит, ты же на таком этом работал, это тебя что взяли, а ты оторвешься. Он, да не бойся, все будет нормально. Ну давай, одевает он халат, заходит в этот, ну туда, в рот, это, и дверью хлопнул. Стоя, слушаю, слышу, чик-чик-чик-чик. Что такое? Выходит, дверь открывается, выходит, весь в крови и с этим ножом. Они что такое? Без кости 2400. А там понравится или нет, думайте сами. И этот, ну что, я один могу рассказать. Ну тоже он. Да, ну пусть будет, черт. Абрам с Сарой встречаются. Сара спрашивает, Абрам, что ты такой не в настроении? Сарочка, ты представляешь, сижу дома, звонок, открываю двери, три амбала ворвались, скрутили. Смотрю, у одного в руке утюг, у другого паяльник, и третий орет, отдай все золото. А то сейчас вот паяльник в зад сунем, а этот утюг на спину, и будешь потом кричать. Сарочка, и таки ты хочешь сказать, что ты сразу все отдал, а я как подумал, сколько счетчик намотает. Ну и хорош. Пока. Спасибо. Пожалуйста.